Это, в общем, можно сказать, уже знаменитая фигуристка. У нее были подъемы, были провалы, была она чемпионкой Европы, была призером, была не в лучшей форме. Ну, конечно, сегодня мы желаем ей хорошего проката, достойного ее техники. Удержать, Каролина. Второй прыжок очень хорошо. Два с половиной, тройной тулуп, двойной, хорошая комбинация, двойной аксель и тройной тулуп в каскаде. Сальхов очень хорошо, хорошая амплитуда прыжка и очень чистый выезд, чистое приземление. Ридбергер, какой вы знаете, такой вымученный прыжок, я думал будет касание на приземлении второй ноги льда, но к радости Каролины не коснулась. Такой, знаете, очень такой вымученный прыжок был первый, но она и второй прыгнула. Вот видите, Ридбергер, что и Ксения Макарова не получился, и получился у прославленной Каролины Костнер. Ну, арабески это всегда был конек. Дорожка шагов. Прекрасная Каролина, она, я думаю, принимает активное участие в постановках, всегда исполняет их с большим воодушевлением на большом подъеме. Молодец, раскаталась какая-то. Прыжок Либел. Красивое положение свободной ноги в Либеле. И центровка. Посмотрите, как оператор очень умело показывает нижнюю часть конька, где мы с вами видим. Вот смена ребра. На внутреннее ребро она сменила. Это все повысит оценки баллы у судей. Нет, вы все-таки знаете, я хочу еще раз сказать, что Каролина, конечно, очаровательно на льду выглядит. Как бы она ни каталась. Какие бы ошибки на